такая страшная. Лазарев жестоко пресек пьяные заигрывания Кудрявцева. Вспыхнувшие вновь чувства заставили Леру липнуть к Сергею, но певец пресекал попытки, открыто унижая ведущую. Сейчас 48-летняя Лера Кудрявцева переживает достаточно сложный период в жизни. Ее брат с молодым хоккеистом Игорем Макаровым медленно трещит по швам. Об этом неоднократно писали в СМИ. По одной из версий, спортсмен изменяет супруге и не принимает активного участия в воспитании ребенка. Отчаянная Лера решила насолить мужу. На съемке новогоднего шоу «Привет, Андрей» ведущая хвостиком ходила за своим бывшим возлюбленным Сергеем Лазаревым. По всей видимости, вновь вспыхнувшие чувства заставили Леру настойчиво липнуть к певцу. Когда Светлана Лобода исполняла свою песню, то под строчки «Может, со мной ночь еще проведешь» Кудрявцева перевела камеру на себя с Лазаревым и интригующе подмигнула. В это время певец сидел с каменным лицом, не понимая, что вообще происходит. Дальше Кудрявцева запечатлела Сергея в гримерке. На ее вопрос «Ты готов?» Лазарев недовольно ответил «Да, а ты готова, Лерка?» Но и после этого ведущая не оставила в покое бывшего ухажера. Лера показала свою любимую маску в Инстаграм, но и это не заинтересовало певца. Более того, он намекнул, что у ведущей плохой вкус. Судя по внешнему виду, Кудрявцева пригубила спиртного и была пьяна. Довольно необъяснимо было ее поведение и странные выражения лица. Самое страшное произошло за кулисами. Именно там Лазарев жестоко пресек заигрывание со стороны Кудрявцевой. Лера в упор снимала на камеру Сергея. Певец, уставший от преследования бывшей, потребовал, чтобы она перевернула камеру на себя. Как только ведущая выполнила просьбу, Лазарев выдал «такая страшная». Кудрявцева продолжала смотреть в камеру, как вдруг обида и разочарование заиграли на ее лице. Казалось, что Лера вот-вот заплачет. Но и на этом Лазарев не остановился. В гримерке певец сам начал снимать бывшую возлюбленную на камеру и продолжил издеваться. «Баб Лер!» – обратился он к ней. Лера снова оказалась в растерянности. Почему Лазарев издевается над Кудрявцевым? Вероятно, он мстит бывшей возлюбленной за их расставание. Ведь, как известно, именно Лера стала инициатором разрыва многолетних отношений с певцом. По всей видимости, Лазарев до сих пор таит обиду и не может ее простить.